Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Ставки по ипотеке в следующем году могут снизиться до 8%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. По словам чиновника, снижение процентных ставок является следствием низкой инфляции. Министр напомнил, что в мае этого года был достигнут рекордный минимум по ипотеке. Тогда средняя ставка достигла отметки примерно в 11% годовых. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев пообещал россиянам снижение ипотечной ставки до 6-7% годовых в ближайшие годы. Прогнозы премьера были восприняты экспертами в основном скептически. По их мнению, для подобного снижения ставок нужно, чтобы ключевая ставка Центробанка, под которую он выдает кредиты коммерческим банкам, уменьшилась как минимум в 2 раза от сегодняшнего значения. Сейчас она составляет 9% годовых. Дайджест недвижимости. Эксперты составили список регионов России с дорожающим вторичным жильем. В лидерах Краснодарский край, Сахалинская область и Республика Тыва. Правда, повышение было незначительным. По итогам второго квартала 2017-го квадратный метр прибавил менее процента – от 200 до 400 рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Домофонд». Самое значительное падение средней цены квадратного метра по итогам квартала зафиксировали в Еврейской автономной области – минус 3%. Настолько же упала в цене недвижимость в республике Коми. Вторичное жилье у наших соседей продают по 51 тысяче за метр. В Москве жилье подешевело на 0,5%, но его покупка по-прежнему доступна не всякому удовольствию. 199 тысяч рублей за квадрат. В целом вторичный рынок жилья в России стабилен, отмечают эксперты «Домофонд». Дайджест недвижимости. Почти 75 миллионов рублей от продажи муниципального имущества намерена выручить в июле администрация города. В графике торгов числится 14 объектов недвижимости. На 25 июля запланировано проведение аукционов по 11 лотам, сообщают бизнес-новости в Кирове. Среди самых дорогих открытый аукцион по продаже имущественного комплекса и земли на улице Базовой. Двухэтажное административное здание и 6 складов плюс земельный участок оценили почти в 16 миллионов. Также в списке 2 здания в переулке Крайнем. Стоимость лота превышает 9,5 миллионов. Здание школы и земельный участок в Чистых прудах на Советской, 33. Начальная стоимость этого лота более 11 миллионов рублей. На эту дату также назначены торги по продаже помещений на улице Володарского, Лепси, Красноармейской и ряде других. Информация обо всех объектах опубликована на официальном сайте горадминистрации admkirov.ru. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.